Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Ske. Игру, созданную одним человеком под ником Edrow. Ссылку на нее вы по-прежнему можете найти в описании к видео. Внутри просто огромное уважение, потому что игра, созданная одним человеком в таком качестве, это просто что-то с чем-то. Я первый раз такой же. Ну ладно, двигаемся дальше, потому что в последней серии у нас что-то страшное произошло. Но тем не менее, с нами связался человек по имени Бен. Вроде как он мирный. Куда-то мы идем. Здесь очень много света. Эти твари боятся света. Но я бы все-таки одно с собой прихватил. Или не боятся света. Очень страшная игра. Вообще офигеть. Причем не только скримерами, тут скримеров тоже хватает, но именно пугают так умело. Так, куда мы пробираемся? Сюда? Откройте, пожалуйста. Пожалуйста. Джек, ты пришел? Да? Да, как и обещал. Подожди, сейчас я открою дверь. Давай побыстрее, все, пожалуйста. Можно сходить. О! Чё-то как-то... Бен, ты где? Что с потолком вообще? Бен, похоже, все, нет больше Бена. Капец. Ну увидели, да, эту хрень? Просто слов нет. Бен? Какого черта там вообще происходит? Бен? Вот его рация. Офигеть, а? Просто надо уходить отсюда. У него карта была, может, она здесь. Без карты мы отсюда, похоже, не выйдем. Блин, что я делаю? Да. Поворот. Потолок, конечно. Я не знаю просто. Бен, Бен, Бен. Пойдем. Я уже думал, мы сейчас выберемся. О, что там горит вообще? Нет, вы понимаете, да, что как мы упали на этом самолете, мы, скорее всего, не выжили. Ну, не может такого происходить под землей. Это что-то совсем уже какой-то сюр пошел. Какой кошмар. Это самолет? Что это? Офигеть. Вот. Вот это вот. Вот это вот что? Какого черта? Ой, бежим, ой, бежим. Дракон. Дракон в хорроре.
Первый раз такое вижу. Шел. Давай топим, 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 побежали. Я уже ничего не понимаю. Прячься. Блин, это просто плохо. Это слишком. Я не могу. Все, вали, просто вали. Ну, окей. Здесь есть дракон. Был. Это было неожиданно. А теперь он мертв. Надо валить. И серьезно, это очень странно. Мне не сильно это понравилось. Ну, ладно, что придираться-то. На самом деле... Даже несмотря на всю странность момента, надо признать, что дракон был сделан просто великолепно. Капец. Еще сгореть тут не хватало. Сзади, слышите? Уже идут за нами. Мы вышли обратно к самолету. Не, просто вот хочется встать и начать хлопать в ладоши, аплодировать. Потому что уровень работ, ну, я не знаю, на уровне коммерческого проекта все сделано очень круто. Временами есть, конечно, технические шероховатости, но, блин, это очень круто. Офигеть. Еще самолет. Это какое-то подобие... О, музыка. Это же из этого, из Prey. Блин. Да, вон Prey. В общем, великолепная игра. Я больше ничего не скажу. Просто супер. Качество проделанной работы на уровне коммерческого проекта, постановка, графика. Ну, графика — это CryEngine, конечно, но это прямые руки нужно иметь, чтобы на нем тоже что-то хорошее сделать. Здесь все выглядит просто волшебно. Игра до усрачки напугала раза 3-4. При том, что она такая короткая, в принципе, это, я думаю, достаточно хороший результат. И при том, что я уже хоррорами закаленный. В общем, Андрей под ником Эндрю, ты просто, блин, гениален. Я тебя уважаю и жму руку. Виртуально, конечно. Спасибо за такую игру. Спасибо вам, что смотрели. Увидимся во второй части, которая обязательно будет в ближайшее время. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.